Ольга Серябкина взбудоражила поклонников новой работой. Она поделилась фрагментом видеоклипа, записанного на песню «Полуголые». Минутного ролика хватило, чтобы возбудить у подписчиков нешуточный интерес. Многие всерьез опасаются, что не смогут дождаться, когда будет представлена вся работа. Вы мастер. Я просто восхищена, и это не в первый раз, хотите моей смерти, комментируют поклонники талантливой девушки. Совсем недавно Ольга Серябкина начала свою сольную карьеру. Она поет под именем Молли и обещает, что ее новый образ ничуть не будет уступать Серебру. Ольга полностью сосредоточена на творчестве и на личную жизнь почти не остается времени. Хотя в жизни девушки были времена, когда отношения и любовь она ставила на первое место, ущемляя карьеру. Об этом периоде своей жизни она рассказала в интервью YouTube проекту «Маша спросит». Оказывается, что певица была готова отказаться от сцены из-за отношений, бросить все и переехать в другой город, сообщает Пятый канал. «Он предложил мне выйти замуж и уехать в другой город, чтобы меня никто не нашел. Я чуть не согласилась все бросить. Был такой момент, что ему нужно было меня хватать и увозить», — вспоминает Ольга. Совсем недавно Серябкина покинула группу «Серебро», ее уход стал знаковым, после этого обновился весь состав коллектива. О новых участницах проекта экс-солистка говорит сдержанно, но она уверена, что девушки смогут покорить сердце зрителей. Коллектив отлично исполняет песни, написанные Серябкиной, но она не обижается и даже защищает их от хейтеров, пишет сайт АУ, подопечные Макса Фадеева трудятся не покладая рук, чтобы завоевать признание публики. Иногда бывают досадные моменты. Например, во время съемок роликов в Подмосковье на площадке остались горы мусора. Местные жители наткнулись в лесу на оставленный реквизит – пустые бутылки, коробки, пакеты и другие вещи. Жители железнодорожного были очень неприятно удивлены подобным свинством и выразили свое возмущение в соцсетях. Очевидно, жалоба нашла своего адресата и через несколько дней весь мусор был собран, пишет сайт Argumenti.ru.